Герой из Цумадинского района номинирован на премию «Горящее сердце» в Москве. 11-летний Мухаммад из села Киди спас тонущего ребенка. Он даже сделал ему искусственное дыхание по всем правилам оказания первой помощи. С маленьким героем встретился Руслан Касумов. Это сегодня 4-летний Адам беззаботно катается на санках и валяется в снегу вместе с сельскими мальчишками. А летом малыш едва не погиб. Мы пошли на озеро посмотреть на рыбок, и я упал в воду. Горное озеро сегодня не разглядеть среди заснеженных сопок. Очутившись в воде, Адам почти сразу стал захлебываться. Вокруг взрослых ни души, только в полукилометре на пастбище шестиклассник Мухаммад, присматривающий за овцами. К нему, крича и размахивая руками, и побежали друзья Адама. Я увидел, что Адам тонет, прыгнул в воду и стал вытаскивать его. У него уже все лицо было синее, он не дышал. Но самое удивительное произошло на берегу. 11-летний школьник сам сделал малышу искусственное дыхание по всем правилам оказания первой помощи. Нам в школе рассказывали, как надо делать искусственное дыхание. И еще я по телевизору видел, как его делают. Невероятно, в горах случай, чтобы кто-то тонул, происходит раз в 100 лет. Тут любой взрослый растерялся бы, но Мухаммад в тот злополучный день среагировал мгновенно. Я когда массаж сделал, Адам сначала закашлял и потом пришел в сознание. Раз, два, три. Мухаммад для односельчан теперь национальный герой. Взрослые тоже не могли бы такое это самое сделать, оказать первую помощь, вытащить человека почти 2-2,5 метра глубиной озера и вытащить человека оттуда, сделать это, я считаю, большой подвиг это. Впрочем, старики в ауле в один голос говорят, мальчик очень скромный, славой не кичится. Да и мальчиком его уже трудно назвать, на такой поступок способен только настоящий мужчина. Ну, как говорится, мужчина один раз умирает, а трус каждый день умирает. Пускай в дальнейшем тоже так действует, если такой случай будет, не дай бог, чтобы такой случай был. Конечно, никому не нравится такой случай, если такой будет. Конечно, в дальнейшем, когда взрослый станет, тоже, наверное, он свое дело сделает, если такой ситуации попадется. Держится Мухаммад, как и все настоящие горцы, скромно, но с достоинством. А еще, как и все мужское население Дагестана, очень любит спорт, особенно борьбу. Вот легко свалил сверстника. Учителя Мухаммада говорят, что у мальчика способности к математике. В школе в честь юного героя установили стенд с фотографиями, дипломами и грамотами. Их Мухаммаду за проявленное мужество вручили представители МЧС. Молодой герой также номинант на премию «Горящее сердце» в Москве. Этот случай решил вопрос с выбором будущей профессии. Школьник твердо решил, что когда вырастет, обязательно станет спасателем. Руслан Касумов, Алекс Алихов, Заур Магомедов, Юсуп Газиамаров. Время новостей.